Всем привет, дорогие друзья! С вами Арлекин, и вы на канале Играй с Гуру. Если вам понравится данный ролик, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И да, кстати, поактивнее в комментариях. Приятного просмотра. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на прохождении игра под названием Project Nightmares. Дело 36, Генриетта Кэдвард. Ты можешь, в принципе, наблюдать уже ужасающие, блядь, события, которые двигается шкаф, что еще, картина и кукла, блядь, которая следит за стрелочкой. То ли жареная кукла, то ли какая, пареная, вареная, непонятно. Смотри, у нее на затылке есть такие же пучки волос, как у твоего друга, у твоего близкого, борода. Так что можешь ему переслать, показать. Как выглядит со стороны егошние пучки волос на бороде, либо на голове, кстати говоря. Большая часть людей сейчас молодежи очень сильно быстро лысеет. Поехали! Посмотрим, что нас ждет. Все, что мы знаем о деле 36, крутится вокруг Генриетты Кэдвард. Скорее всего, она была сумасшедшим отшельником, которого избегали местные любой ценой. Но большая часть информации о ней пропала сразу же после того, как ее похоронили. Команда Project Nightmares отследила загадочную куклу, излучающую сильную энергетику, которая, похоже, как-то связана с Кэдвард. Продавец, передавший нашей команде эту куклу, рассказал, что нашел ее в заброшенном городе на юге. О, открываем мы свои лупетки в каком-то доме. Вау, все так реально. Ты уже внутри. Поддерживать длительный диалог между нами сломает круг коммуникации. Ты будешь один большую часть времени, но мы будем направлять тебя, как только будет получаться новую информацию. Удачи. Как только будем получать новую информацию, вроде бы так, да? Правильно. Свечи. Свечи использовались, чтобы освещать путь в древние времена. Ведьмы из прошлого выяснили, что цвет свечного воска выделяет духовную энергию того же цвета. Желтые свечи очень полезный источник света для защиты от сглаза. Поджигай и туши одну свечу другой, чтобы защитить себя. Ну, блядь, ну все понятно здесь. X, увидеть, сколько у тебя свечей. Угу. Сразу X нажмем. О, блядь, что это? X. Хуяк, и свеча подальше стала. Ты заметил, не заметил, я не знаю. Я, короче, чуть-чуть обрезал. Потому что свечка слишком близко к носу стояла. О, книжоночка. Что у нас здесь? Дневник Генриетты Кэдвард. Признание. Для тех, кто читает это мое признание, может быть, со временем вы поймете, что случилось с моей жизнью. Я постараюсь объяснить все. С того момента, как стала подростком, я начала чувствовать, что отличаюсь от других. В раннем возрасте я обнаружила, что некоторые предметы должны быть под запретом для обычных людей, тем более для женщин. После прочтения книги о ведьминстве у меня появился интерес и сомнение насчет оккультизма. Не из-за его истории, а из-за мистических знаний людей о мире. Вместе с моим взрослением моя страсть к волшебству начала расцветать. Как простая смесь веществ может изменить целую в лучшую сторону? И так оно и было. Работая в библиотекарем, я могла посвятить большинство своего времени книгам. Книгам, что прятали не только истории, но и чистые факты. Ага, значит, она все-таки была колдуньей. О, отражения нету. Ух ты ж, блядь, что это? Я же не настолько, наверное, страшный. Ну-ка, как увидеть? Ну-ка. Алло. Алло. Ага, проснись. Я только уснул, уже просыпаться? Нет, нам надо будет понять, что здесь творится. О, ошалеть, ты видишь, какой таракан здоровый? Ты представь, если он у тебя дома будет. Заходишь на кухню, и тут такие, ой, двое, трое. Ну-ка, тихо. Я пытаюсь понять, что нам нужно здесь сделать. Ну-ка. Что, блядь, уже началось? Что это такое? По-моему, это не к добру, да? Звуки. Или то, что свеча погасла. Блядь, я же только зашел. Что началось-то? О. А-а-а,
как я подхожу к зеркалу, оно начинает лопаться. Так, давай сначала в эту сторону, потом в ту сторону. Пройдемся, посмотрим. Исследуем, разведуем обстановочку. Так, ну здесь явно какая-то чокнутая жила. Судя по картинам и по заметкам, не очень-то приятный дом. Ну-ка, это лопнет? Тоже лопнет. Ну, нормально, чё? Ну-ка. А дверь-то не открывается, просто можем в дверной глазок посмотреть. Что у нас имеется здесь? Здесь я ничего. Здесь я. Здесь. Ну, судя по описанию, хоррор должен быть довольно-таки страшный и ужасный. Давай дотронься. Страшный и ужасный хоррор. Тупик. Тупик. Ну, идем обратно, тогда в том направлении пойдем. Что ты остановился? А, свечечка, свечечку мы поправляем. То есть она кончается. Ну-ка. Ой-ой-ой, ты смотри, я тараканов давлю. Надеюсь, здесь они появятся, как из людей в черном. Вот этот здоровый таракан. Я, может быть, где-то здесь его вставлю. Если вдруг ты не знаешь, кто это. Инопланетный. Инопришеленец, который прибыл из другой планеты на нашу. Зеркало. Лопнуло. Блять, это чё? Где твоя голова? Ноги. Блять, вот твоя голова. Сука. Блять, свечечку надо бы поджечь. Беги, беги, беги. Это что это сейчас было? Я не понял. У нее же не было головы. Откуда она вылезла? Из-под платья, что ли? Так. Так. Бля, уже страшно. Да, ладно, ладно. Этот хоррор действительно заставляет понервничать. Это что? Древняя книга со страшной обложкой. И все, что ли? Я могу только обложку прочитать и все. О, головешка. Вяленая голова. Ух ты, блядь, вот кукла. Идем на ручки. Давай. Давай на ручки идем. Так. А. Мы никак. Блять, у меня свечка кончается, кстати говоря. Это что? Портрет мужчины, его лицо искажено. Картина очень повреждена. Понял? У меня свечки кончаются, но. Мне здесь будут попадаться свечи или нет? Или как? Ой, кукла исчезла. Стоило отойти, и кукла исчезла. Так, я не понял. А здесь свечи еще есть? Вот. Смотри-ка, нашел одну. Керамическая утка в очень поврежденном состоянии. И что нам с ней делать? Мы на нее можем только посмотреть. Но пока что мы разбираемся, что здесь, как здесь, зачем здесь. И вообще... Стой, а задание какое было? Собрать информацию о доме, найти 3 фотографии. Найти 4 потерянных маски в доме. 4 маски найти и 3 фотографии. Одну из фотографий мы вроде бы как нашли. Теперь осталось нам... Так, я ходил туда, я ходил туда. А, где еще мы не были? А, нет. Дальше мы... Здесь тоже тупик. Что это, блядь? Блядь! Давай, давай, давай.
Ну, чуть-чуть напряжение в пукане и присутствует, конечно, но не особо. Вот эта вот женщина была, да, стрёмная, страшная. А так, то, что посуда летает, то, что зеркала лопаются, это ничего. Вот женщина, блядь, без головы, у которой внезапно она появилась из-под юбки или откуда, из-под платья. Вот это было, да, страшно. А это сейчас нет, не так уж. Сука! Фотографии на стенах, на стеллажах, где они могут быть? Если ты вдруг заметишь хоть одну фотографию, сразу дай мне знать, напиши в комментарии то, что я ее проебал, она где-то здесь, и ты ее не увидел. Разуй свои глаза, и тогда я пойму, что действительно вот она была. Есть фотография, блядь? Алло, блядь, игра, где фотография? Блядь, опять эта чашечка, давай сюда. О, самое... Блядь, самое главное вовремя убежать от этих... От этих причуд летающих чашечек. Так, я здесь уже проходил. И там я, блядь, проходил. Может, я что-то упустил? Здесь нету ничего, здесь тоже... Возможно, я что-то упустил. Блять. Портрет женщины с ожерельем с символом Трикверты на нем. Ты знаешь, что такое символ Трикверты? Чей это символ? Только, блять, не пишешь то, что это да, это символ трех верт. Лупа с большим увеличением. Лупа с большим увеличением. Если вдруг у тебя маленькая пипирка, ты можешь воспользоваться этой лупой. Она очень большим увеличением. Здесь была закрыта дверь. Так, еще одна фотография. Все? Свечек-то больше нету. Я не знаю, что сейчас произойдет, если когда она кончится, но... Смотри, блядь, я же был здесь. Фото старого особняка в странной рамке. Что за рамка? What an interesting object. Какой-то интересный объект. Может быть, если повернуть эти части? Ну-ка. А, Вот. Вот она, подсказка. Краски. Стой, а что это такое было? Не понял? Это своего рода таймер, что ли, сейчас звучит? Ого. Сердце какое-то. Оптические инструменты, используемые в древние времена, через которые можно увидеть скрытые послания на стенах. Ага. Это что? Старое металлическое сердце. Хорошо. А, вот как это пользуется. Понял. Ищем место. Какое-то послание на стене есть. Ты видишь какое-нибудь послание? Ой, свечка погасла. И что делать? Что за звуки? Я буду смотреть, блядь, в эту лупу. Пока что мне очково, блядь. Эти шепот этот. Что за хуйня? Что это было? О, бля. Смотри, сердце какое-то. И у меня металлическое есть. Ну-ка. Вот текстура. Сердце это ключ. Своего рода ключ. Ключ, блядь, от чего только? Ключ от какой-то... Соль очищает от зла. Ее использовали, чтобы отогнать духов.
Просто брось горсть соли. Ага. Так. В каждом ритуале призыва духа магический барьер создается, рассыпая круг соли. Это служит для защиты человека от злых существ, которые не могут пересечь барьер. Просто рассыпьте соль по кругу. В смысле, там кто-то есть, что ли? О! Это что? Это кто? Это как? Женщина какая-то. А куда идти? Здесь везде темно. Я надеюсь, она одна была там. Может, это нужна лупа? Так она идет где-то. Блять, эти шаги, блять. Мы опять здесь? Нет, 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 мы в другом месте. Мне кажется, не стоит, да, к ней подходить. Ну, может быть, она добрая. Все возможно, но рисковать не будем. Пойдем дальше, разглядывать, изучать. Так, что нам нужно сделать? Найти алтарь и положить туда потерянные фотографии. Найти 4 потерянные маски. Ага. Ищем алтарь. О, блядь, косушечка упала. Да, блядь, ну хватит, а. Я же... Ага, записная книжка со странным символом. Это у нас... Нам не взять ее? Просто записная книжка. И что? Если нам ее не взять, зачем нам она нужна? Почему тогда не подписываются вот эти все учебники? Книги? Вот это что-то? Да, блядь, хорош. Здесь что? Это что? О, блядь, глаз оставили. Человеческий глаз. Это своего рода камера, да? Камера видеонаблюдения. От духа. Понял. За нами следят. Если что, знай, за нами следят. Отсюда туда. Судя по тому, как он стоит, значит, нам в спину смотрят. Разобьем зеркальце. Нам это удалось. Нам нужно найти алтарь. Ты помнишь, да? Я знаю, такое не забыть. Да, блядь. Только начинаешь расслабляться, погружаться в эту игру, начинаешь что-то исследовать, что-то осматривать, что-то изучать. И тут, блядь, вот начинается. Что-то блокирует дверь. Да что за пиздец? Мы ни в одну дверь не можем зайти, мы только по коридорам. Шастаем и шастаем. Да, там я все обошел. Ага, теперь нам надо будет по этому коридору. Здравствуйте. Можно я пройду по вашему коридору? Беги! Пиздец, походу нельзя, да, пройти? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.